4 сентября танцевальная студия Understand отмечала свой третий день рождения. Сегодня, в дождливое воскресенье, в студию пришли люди поздравить и позаниматься на открытых уроках. Ну, что я могу сказать? Я тоже хочу на тренировку. Короче, здесь в Understand очень круто. Сейчас на данный момент, так как идут открытые уроки у всех преподавателей. Очень теплая атмосфера, очень много хороших людей. А вопрос будет? Да, будет. Ну, как вам сегодняшний денек? Ой, сегодняшний денек — это миллион эмоций. Мы попробовали для себя что-то, ну, по крайней мере, я попробовала новый стиль, я очень рада. Какой стиль? Экспериментал. Я до этого танцевала только хип-хоп, ну, что будет в контемпорари. Ну, как ты в этом году вообще куда планируешь ходить? В этом году я буду продолжать заниматься у Саши Козловой, буду заниматься с Юлией Рудаковой. Хотела бы двигаться дальше в том же направлении. Ну, просто расскажи, какие изменения произошли в студии и что нового будет в этом году. В этом году в студии что будет нового? О, Господи, что же будет нового? Да все будет новое. Преподаватели очень много новых направлений. Много новых людей, у нас изменения в студии. Скажи тебе, как тебе в роли преподавателя теперь? Замечательно, мне все очень нравится. Не знаю лучше профессии, чем это. Скажи, пожалуйста, свои впечатления и как все на тебя это влияет уже? Ну, по-моему, замечательно, что вообще есть такие места, как вот данная школа танца. Я в первый раз, но ощущения непередаваемые. Да. Придя сюда, мы увидели здесь много друзей, все здесь, и много новых людей. Да, много новых, также много старых. Я предлагаю дать слово Ире. Что я могу сказать, что я здесь занимаюсь уже практически год, вот, мне здесь безумно нравится, я могу ходить сюда по несколько раз в день. Прошел наш тренер. Вообще, какие классы ты сегодня посетила? Сегодня посетила классы по хип-хопу экспериментал и Юлия Рудакова Contemporary Dance, а экспериментал Сашка. В каких классах ты уже была? Хип-хоп, вот сейчас на латине и вначале была на джипанке. Расскажи вообще, как ты сюда пришел, как получилось так? Мне просто моя сестра очень много занималась. Ну а ты сам вообще как давно танцуешь? С каких лет? Трех, двух, восьми. Вот нашу студию перенести даже, допустим, в город Нью-Йорк, в центр мирового вообще сосредоточился в танце. Как бы там было? Короче, так к нам всем крутые танцоры шагом третьих, первых, одних учились бы у нас, у русских людей. А чем Understand отличается от других студий? Мне кажется, что в Understand все более по-домашнему, более уютная атмосфера и как-то все ближе, и все направлено именно на тебя, индивидуальный такой подход к каждому ученику.